Салам алейкум, дорогие друзья, вот которые просили Акая Сити. Оказывается, вот это Акая Сити строится, там первый, второй блок, вот так, строится третий, оказывается. Потом точно такой же там дальше тут построят, подальше. Середины, которые на телевидении показывают, вот такой на середину будет построить, но пока только строится. Вот, смотрите, короче, двух-, трех-, четырехкомнатная. Но сумма здесь пока я не знаю сколько, пока только строится. Сразу оформляется. Вот он где находится, смотрите. Вот такая сити, рядом Дархани. Сразу получается 16-18-этажное здание. Вот, за ним строит Акая Сити. Дорогие друзья, вот. Вот это да, короче. Многие, некоторые ребята спросили, Акая Сити, Акая Сити. Вот это Акая Сити. За 90 дней, говорят, построили вот это каркас. За 90 дней. Ну, работа идет темпом. Короче, все, красота. Будут, конечно. Вот, смотрите. Вот это есть Акая Сити. Сейчас пока только 20 этаж, говорят, построили. Пока. А, будут 20 этажные. Вот так, две боковые, середины, которые высокие. Там, говорят, две, не знаю, но примерно там. Ну, точно я сейчас не скажу, потому что я не знаю. Может, потом они изменят свой план. Поэтому точно не знаю. Вот, короче, Акая Сити. Наша территория застройки занимает 1,6 гектара. Вот. Это улица сзади нас, которая находится, Карамия. Вот это, да? Да, ага. Вот это. Она ага. будет расширяться. Ага. Получается, у нас три этапа строительства. Первый этап, второй этап и третий этап. 25 этажей. Ага. 25 этажей, 35 этажей. Вот. Ага. По всему комплексу первые, вторые этажи, это у нас получается торговая территория, коммерческая зона. Ага. То, что вы видите красным, ага. вот, это у нас будут офисы. Ага. Вот здесь в углу, ага. вот здесь вы можете наблюдать, здесь у нас будет фитнес, бассейн, спа, салон. Вот. 24 часа экскаваторы будут работать. Вот. Они находятся в этих местах. Здесь будет игровая детская зона. И также вон там будет параллельная игровая детская зона. Вот. Мы строим блоками, получается. Это такой третий блок, второй блок, первый блок. Блок – это в смысле подъезд. Да. В каждом подъезде у нас два лифта фирмы Kona. Финские лифты, высокоскоростные, один этаж, одна секунда. Вот. Ценовая политика у нас начинается так. Нижний дешевле, верхний дороже. Наоборот. Не так, как у нас принято. Потому что раньше могли лифты не работать. Крыша могла потечь. У нас такого не будет, потому что мы используем только все современные. Иностранный материал. Мы все завозим. Вместо этого мы ничего не используем. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Также я хотел бы вам показать то, что у нас будет парковочный ряд. Подвале, да? Подвале, да. Сколько там? Террас. И вон там вот, где латвийское посольство, два. Это получается по всему. Латвийское посольство здесь? Латвийское посольство вот здесь. А, будут еще? Нет, оно там есть. Вот оно там стоит. Ага. Оно есть, оно вот здесь находится. Ага. Здесь будет у нас подземная парковка. Заезд, выезд. На сколько мест? На 1,6 гектара по всему периметру. Понятно. И оттуда можно будет по магнитной карте подняться к себе домой на лифте. Сразу с парковкой? Да, магнитную карту прикладываете, поднимаетесь к себе на этаж. Понятно. Все верхние этажи оборудованы террасой. Террасы. Если у вас какой-то есть вопрос, давайте. Окончание здания когда? Смотрите, вот это здание мы сдаем в июле. Вот это, да? На следующий год. На следующий год, да. А на всю территорию мы взяли 3 года, но мы идем с опережением, будем сдавать за 2,5. А сумма не знаете, да? Здесь сумма не знаете, сколько будет.
Ну, сумма зависит от этажа, от выбранной квартиры. А здесь сколько? Двух начинается? Есть двухкомнатный, есть студийный однокомнатный вариант. Это 50 квадратов. Нет, 50 квадратов вы можете, мы сдаем коробку, вы можете сделать и две комнаты, и три комнаты, как вам будет угодно по вашему выбору, по вашему вкусу. А так он готовый сдает? Мы сдаем коробку. Только коробку? Да, коробку сдаем. Да, например, 100 квадратов коробку мы сдаем. Вы хотите сделать однокомнатную, хотите сделать двухкомнатную, хотите четырехкомнатную. Понял. Вот. Ага. Значит, как раньше наши банковские дома построили, да, раз? Ну, их это, сравнивать типа... не, это, конечно... Не, я не сравниваю. А, ну, как типа, раньше, коробка, да. И все. Да, коробка, да, и все. Понятно. Ага. Ну, все, мне больше ничего такого нет. Если, в принципе, какие-то вопросы есть, пусть ваши подписчики приходят. Хорошо, хорошо. Любую... Спасибо, спасибо. В любом случае, всегда. Вот это сколько? Это 100 комнатных? Квадратов. Ага. Это 100 квадратов получается у нас. Ага. Вот. Здесь наш дизайн. Ага. Здесь 3 комнаты. А. Получается. 100 квадратов? Да, 3 вот комнаты. Вот мы зашли. Ага. В зал. Да. С зала можно выйти на балкон. Ага. И также с балкона на кухню. Ага. Вот он. Вот такой, да, получается? Да. С кухни обратно холл. Угу. Детская. Ага. Спальня. Ага. По европейским стандартам принято, чтобы было 3 санузла. А-а-а. Один для гостей, один для детской и один отдельно в спальне. А, понятно. Это 72. Ага. То же самое, только без, без детской. Хорошо. Все, спасибо тоже. Ладно, удачи вам. До свидания. Спасибо. Хорошо. Вот, дорогие друзья, все, вот это полная информация будете знать теперь. На 3 года, оказывается. Все. А, Тимур Рахимов. А? Тимур Рахимов. YouTube.